гостей. О самых ярких моментах этого события в репортаже Анны Берковой. Доброе утро! Доброе утро! Поделитесь впечатлениями. Все шикарно, вообще работа! Шесть утра. Вечеринка закончилась. Сонные и уставшие от ночных гуляний выпускники разбредаются по домам. Было замечательно, честно. Вообще отлично. Да. Куча эмоций. Постречали новых друзей и старых тоже здесь увидели. Все замечательно. Такое запоминается на всю жизнь. Спасибо всем. Парк Горького этой ночью не спал вместе с ними. Развлекал дискотекой на песке. Для дружных со спортом соревнования по мягкому паркуру. Небоскребы преодолены. Сердце столицы в эту ночь было отдано медалистам из разных городов. На Красной площади суеверные выпускники оставляли ленточки с пожеланиями поступить в выбранный вуз. Те, кто а завтра, сегодня, предпочел не думать, прямиком на концерт. Просто мы в восторге. Вроде как и грустно, потому что все закончилось, но с другой стороны, наконец-то. Это очень круто, и мне кажется, это большой день в жизни каждого выпускника. И заканчивать, иметь свой выпускной именно в Кремлевском дворце – это большая честь для каждого из нас. Пышные, длинные, короткие, в обтяжку, с блестками, платья. Не обнаружить под ними высокий каблук, казалось бы, вздор. Но что там мода, когда продержаться надо до утра? Я вот взяла что-то коротко-длинное с кружевом здесь вот. А цвет мне напоминает, к примеру, вообще принцессу Жасмин из диснеевского мультика. А мне удобно, у нас знаете что? Это для удобства! Я просто, наверное, на зло маме. Мама не хотела пышное, я решила. Наперекор всему. Очень хотелось корсетом. Вот как бы вроде маленькая, а вроде уже и взрослая. Пять тысяч 800 шаров в небе по числу выпускников и 20-минутный салют. На этом официальная часть праздника закончилась. Дальше дискотека на Ильинке уже совсем по-взрослому. Выпускной рассвет вчерашние школьники встречали в компании танцовщиц «Гоу-Гоу». Анна Бекова, Андрей Штукатуров, Светлана Заболева, Мария Гладких, Москва-24.